изъеит тут и ротом, а не мотором. О, правильно. Небольшой мастер-класс от барнаульца Андрея Демидова. Юноша мастерски читает задом наперед. Любой текст, любой сложности. Как будто иностранный язык, а нет. Так звучит русский перевод романа «Великий Гэтсби», когда его читаешь наоборот. Свой суперталант Андрей открыл 11 лет назад. 7 лет как-то раз вот мы с мамой шли. Было скучно, и мне в голову пришло слово, и оно начало просто само, типа, от начала, от конца к началу вертеться. Да там какое-то легкое, там мама, папа, какая-то бабушка, дедушка потом уже попробовал, потом уже потяжелее, там, пожалуйста, там, какой-нибудь параллелепипед, ну, потяжелее было. Скажите, наоборот, параллелепипед. Я не знаю, как это происходит просто, в принципе. У меня в голове ничего не происходит, никаких махинаций. Я не представляю слова ни в мозгу, ни перед собой, ни по буквам не выстраиваю, просто само по себе оно туда-обратно катается. О таланте Андрея пару лет назад мало кто знал. В 2020 году молодой человек прославился на всю страну. Принял участие в шоу федерального канала «Удивительные люди». Когда я был на «Удивительных людях», меня назвали «Человек-магнитофон». А это не потому ли, что можно назад отмотать? Во-во-во, ну из-за этого, потому что назвали меня «Человек-магнитофон», типа туда-обратно разговариваю. Ну это моя строчка одна. Ага. Рассчитав координаты приземления самолета, ты забыл, что там пилоты. Не только читает слова наоборот, но и пишет тексты, воспроизводит их задом наперед. А еще Андрей работает, разводит рыб для аквариумов. В ближайшие годы мечтает путешествовать, чтобы не только посмотреть мир, но и, возможно, встретить людей, которые обладают таким же талантом, как и у него самого. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.